Тема «Базовые категории и концепции финансового менеджмента». Вопросы. Концепция идеальных рынков капиталов. Концепция дисконтированного денежного потока. Теория структуры капитала Миллера-Модильяни. Теория иррелевантности дивидендов Миллера-Модильяни. Теория портфеля и модель CAPM. Теория ценообразования опционов, гипотеза эффективности рынков капиталов, теория агентских отношений, теория асимметричной информации. Первый вопрос – концепция идеальных рынков капитала. Идеальный рынок капитала – это рынок, на котором не существует никаких затруднений, связанных с обменом ценных бумаг на деньги и обратно. Идеальный рынок капитала удовлетворяет условиям. Первое – полное отсутствие транзакционных брокерских затрат. Второе – отсутствие каких-либо налогов. Третье. Наличие большого числа покупателей и продавцов, вследствие чего действие отдельного продавца или покупателя не влияет на цену соответствующей ценной бумаги. Четвертое. Равный доступ на рынок для юридических и физических лиц. Пятое. Отсутствие затрат на информационное обеспечение, что предполагает равнодоступность информации. Шестое. Одинаковое однородное ожидание у всех действующих лиц. Седьмое. Отсутствие затрат, связанных с информационными затруднениями. Концепция дисконтированного денежного потока. Анализ дисконтированного денежного потока DCF основан на временной стоимости денег и сводится к процессу оценки будущих денежных потоков. Этапы анализа DCF – это Discounted Cash Flow. Первое. Расчет прогнозируемых денежных потоков. Второе. Оценка степени риска для денежных потоков. Третье. Включение оценки риска в анализ потоков. Четвертое. Определение приведенной стоимости. Ставка дисконта, в скобках альтернативные затраты, это норма дохода, который мог бы быть получен при инвестировании средств в наилучший из возможных альтернативных проектов, имеющих одинаковую степень риска. Факторы, влияющие на величину ставки дисконта, это степень риска конкретного денежного потока, превалирующий уровень показателей доходности, периодичность денежных потоков. Теория структуры капитала Модильяни и Миллера, 1958 год. Теория основана на концепции идеальных рынков. Согласно теории, стоимость любой организации определяется исключительно ее будущими доходами, их уровнем и рискованностью, и не зависит от структуры капитала. Ограниченность теории. Фактор структуры капитала не влияет на цену акций фирмы. Модифицированная теория структуры капитала Модильяни и Миллера – это теория компромисса между экономией и от снижения налоговых выплат и финансовыми затратами. Теория была предложена в 1963 году. По мере увеличения доли заемного капитала стоимость фирмы возрастает благодаря экономии от снижения налогов.
начиная с определенного момента, когда достигается оптимальная структура капитала, рост задолженности ведет к снижению стоимости фирмы, так как экономия от снижения налогов перекрывается растущими затратами, связанными с поддержанием высокой доли заемного капитала. Выводы, следующие из модифицированной теории структуры капитала, это наличие определенной доли заемного капитала выгодно предприятию. Чрезмерное использование заемного капитала отрицательно сказывается на деятельности организации. Для каждого предприятия существует своя оптимальная структура капитала. Теория иррелевантности дивидендов, предложенная Модильяни Миллером. Для идеальных рынков капитала политика выплаты дивидендов не влияет на стоимость фирмы. Теория основана на принципах: политика выплаты дивидендов, которой придерживается фирма, не влияет на ее бюджет капиталовложений. Поведение всех инвесторов является рациональным. Теория портфеля Марковица и модель оценки доходности финансовых активов CAPM. Совокупный уровень риска может быть снижен за счет объединения рисковых активов в портфель. Фактором снижения риска активов, объединенных в портфель, служит отсутствие положительной связи между доходностью большинства активов. Отсюда выводы. Для минимизации риска инвесторам следует объединять рисковые активы в портфеле. Уровень риска по каждому отдельному виду активов следует измерять не изолированно от остальных активов, а с точки зрения его влияния на общий уровень риска дифференцированного портфеля инвестиций. Ограниченность теории, она не конкретизирует взаимосвязь между уровнем риска и требуемой доходностью. Взаимосвязь теории портфеля и модели оценки доходности финансовых активов. Модель CAPM конкретизирует взаимосвязь между уровнем риска и требуемой доходностью. Требуемая доходность для любого вида рисковых активов представляет собой функцию трех переменных: безрисковой доходности, средней доходности на рынке ценных бумаг, индекса колеблемости доходности данного финансового актива по отношению к доходности на рынке в среднем. Теория ценообразования опционов Фишер, Блэк и Майрон Шоулс, предложена в 1973 году. Опцион – это право, но не обязательство купить или продать какие-то активы по заранее оговоренной цене в течение определенного установленного периода времени. В сфере финансового менеджмента к решениям, принимаемым в рамках теории опциона, могут быть отнесены оценка выгод сделок с новыми продуктами, оценка целесообразности прекращения арендных отношений, оценка целесообразности отказа от реализации инвестиционного проекта.